Каждый раз удивляюсь того, что называется музыкой в современном мире. Включаю вам какой-нибудь э, плейлист без авторских прав. И там просто люди по всяким кастрюлям лупят, э, что-то какие-то звуки, как будто на синтезаторе кот прыгает. И это называется музыкой в современном мире. Ну, я надеюсь, что ваши ушки в порядке. Продолжаем наш марафон Вас, да. А не буду скрывать, что все это делается исключительно для того, чтобы набить нужное количество дней стриминга. Ах да, ах да, ах да. Здорово, если кто-нибудь вообще пришел. А, да, собственно, многовато стримов получается, но так уж получилось. На самом деле все это должно было быть разбито в течение всего месяца, но партнерка вас одобрялась в течение более чем ну, двух недель плюс, пока я кинул, пока я достиг необходимых, оформил все необходимые документы себе, пока подал заявку, пока ее рассмотрели, короче, приходится марафонить, приходится каждый день что-то выдумывать. Сегодня, слава богу, есть повод, что мы можем постримить, что мы можем посмотреть. И это матч, который мне действительно интересен. Манчестер-Ливерпуль, две команды сильно проблемные находится внизу английского чемпионата, я бы, скорее всего, этот матч глянул. Просто потому, что очень удивительно, как Манчестер с Тенхагом и Ливерпуль, вообще супер Ливерпуль, оказался так внизу. И, собственно, хочется глянуть, как оно будет. Но перед этим, перед этим, времени у нас еще много. Составчики э, уже появились. Дехея, Мартинес, с Бруно Фернандес, Решфорд, Маласия, Эриксон, Варан, Даллот, Санчо, Эланга и Мактаминей против Алисона, Александра, Арнольда, Комиса, Вандайка, Робертсона, Хендерсона, Милнера, Эллиота, Диласа, Салаха и Фермина. Э, честно говоря, состав Ливерпуля выглядит -то повеселее, чем состав Манчестера. Вот. Но перед этим перед этим нам нужно Ну, во-первых, поговорить немножко о локомотиве как обычно новостей сегодня было мало и по большому счету конечно говорить не о чем но э -э, кое-какая информация просочилась все-таки по закрытой встрече с болельщиками и ну мало кто что написал мы ждем чтобы э -э -э, э -э, ваня нирвана Подготовил свой отчет об этой встрече, вынес на ну, свои мысли, свое суждение на общий э, суд, и был некий локомотив Саппортс в скобках Пауль, небезызвестный для ежетолковского чата. Эм, Бывал он у нас, запомнился очень многим своим экспрессивным поведением. Насколько я понимаю, на встрече с руководством поведение было не менее экспрессивным. В столичку никого не звал, вроде бы, но, но запомнился. Собственно, единственное, что, что мы на данный момент знаем про эту встречу, Паулит Асминок, ну типа того. И, кстати, фотография более-менее, как оно выглядело есть сейчас я ее вам покажу кстати ух ты какая она огромная ну, то есть вот так вот это все примерно выглядело то есть это не пресс-центр не какая-то пресс-конференция Uh, приглашение пришло с вчерашним описанием, да, я понимаю, забыл перед, перед началом стрима. На нервы, потраченные на просмотр наших бистовых крайних защитников. <laughs> спасибо огромное, Флоп Фломастер. Спасибо большое. Uh, да, то есть это не какая-то не какая-то пресс-конференция, не конференц-зал, не вот помните, как год назад было в РЖД, где прям вот все очень красиво было. Такая вот uh, встреча довольно странно, на самом деле, расположенная но, может быть, она как-то располагает к общению, не знаю, хотя странно выглядит, ну, их, их право, их выбор выбирать те форматы, которые они хотят сделать. Вот, собственно, во-первых, хочу поприветствовать ютуберских, потому что сейчас у меня есть добрая традиция, что я вырезаю в содержательную часть трансляции и выкладываю на YouTube. Это содержательная часть трансляции, которая проходит на ВАЗДе. Для того, чтобы не пропускать трансляции на ВАЗДе, лучше всего подписаться на ВАЗД. Это самое простое. И вам тогда будут приходить на электронную почту уведомления, что вот была трансляция. А можно еще подписаться на телеграм-канал, который называется «Ежелокомотивские заметки», «Ежеграмм». Там тоже периодически даю анонсы на трансляции, где эта содержательная часть все-таки будет. Потому что дальше, завтра, послезавтра, скорее всего, я буду проводить стримы по футбольному менеджеру. Это, ну, явно интерес, интересно очень небольшой группе болельщиков, моих фанатов, так сказать. Но вот там, где какая-то содержательная часть по локомотиву есть, я все-таки анонсирую в Телеграме. Поэтому туда тоже есть смысл подписаться. В любом случае, привет, ютуберские, не забываю вас. Итак, Локомотив Саппортерс в скобках Пауль пишет. Вчера прошла встреча руководства клуба в скобках Ценбауэр, Цорн, Плутник, Леонченко. В общем-то, на фотографии все видны. Леонченко довольно забавен вид Плутника, который в шортах, кроссовках, футболке. Единственный из Президиума, так сказать, этой встречи пришел в шортах, возможно, поэтому и э, трансляции этой встречи решили не делать, потому что негоже показывать Плутника в шортах. Но я прекрасно понимаю, погода в Москве стоит жаркая, плюс 28, плюс 30, в джинсах, в костюме как Леонченко ходить максимально не хочется. Кратко. Клуб против содействия и поддержки фанатов в вопросе фан-айди. Довольно забавно, что фан-айди написано через букву U, да, то есть фан-айди не фан, а фан, веселье айди В какой-то мере, наверное, правда. Казанку распустили в большинстве своем по домам, ссылаясь на низкий уровень игроков. Просили закрыть юг на что получили безосновательный отказ, считают популизмом и показательным, реально не действующими методами. По теме Fan ID клуб предлагает, по их мнению, воспользоваться запущенными РФС-механизмами круглых столов и прочими обсуждениями данной темы. Юрий Павлович Семин никогда не будет приглашен в клуб при действующем руководстве. Медицинский штаб и команда реабилитологов была названа лучшей в России и одной из лучших в Европе. Это ответ на вопрос, почему у нас физика, футболистов и травматизм оставляют желать лучшего. <сёк> по всем, ну, как бы сложно что-то говорить конкретного по этим вопросам, учитывая неконкретность, но Последний вопрос про медицинский штаб. Это то, что было передано мною, судя по всему. Да, не знаю, пока не видел никаких отчетов. Но, судя по всему, это вопрос, по крайней мере, очень похож, ответ на то, что я задавал. Вопросы, которые я задавал, есть в бусте. Тоже могу зачитать, рассказать, что и почему я спрашивал, если хотите. Так вот, у меня есть... Очень... Много вопросов относительно того, кто считает наш медицинский штаб и команду реабилитологов лучшей в России и одной из лучших в Европе. Ребят, у нас каждый год травмируются люди на 6 месяцев, на 9 месяцев, на год, и смена медицинского штаба, которая произошла в июле прошлого года. Не изменило в этом плане вообще ничего. Мы продолжаем терять игроков, ключевых игроков, практически на весь сезон. Мне сложно представить, чтобы в других командах такое происходило на регулярной основе. Да, может быть, у всех наших соперников за один сезон один ключевой футболист выпадет надолго. Да, вот, например, у Спартака Мойзес выпал. Да, действительно, ну, есть такое. Но при этом, ну, у Динамо не выпадет, у Спартака не выпадет, у Зенита не выпадет, у Зенита вообще уже давно никто не выпадал из ключевых дольше, чем на месяц. А у Локомотива мы каждый год с этим сталкиваемся. Мага, Бара, в этом году Фасон с Жемалединовым, до этого там Антон Миранчук выпадал на очень долго и так далее, далее в глубь веков, начиная э, погружаться, ты понимаешь, что ну, это, это точно ненормально. И этот сезон, да, в котором да, руководство может сказать, ну, мы за прошлое не ответственны, а вот сейчас, да, но в этом сезоне, и, собственно, э, Макеев ломался уже при немецком блоке, уже Рентерия был, уже Цорн был и врачи были. Тех, которые они поставили, сломался Макеев, сейчас сломался Жамалединов, сломался Лукас Фасон. Да, я понимаю, что это травмы, которые не мышечные. Да, я понимаю, что это травмы, которые тяжело э, диагностировать, предсказать. Но тем не менее, тем не менее, если мы говорим о том, что у нас лучший медицинский штаб, лучшая команда реабилитологов, то какого хрена происходит? Я этого не могу понять. И очень хотелось бы какое-нибудь внятное, толковое объяснение, что и почему происходит. Например, ладно, вот эти большие травмы, но мы вдруг, внезапно, после «Зенита» два матча не видели Костю Мардешвили. Что с ним было? С Ростовом он забивает, после этого он не выходит в старте, выходит с крайним защитником, потом вообще на два матча пропадает, выходит на второй тайм матча с э химками и снова забивает где был Костя Мардишвили что с ним было и ну сколько можно Локомотиву терять своих ключевых футболистов да там тоже говорят про то что у нас там э физика ну отчасти должна зависеть от этого да но мы видим же что сейчас Локомотив ну, явно не в лучшей физической форме. Это вот прям видно, что к концу матча у Карпукаса там э, язык на плече. Антон Миранчук вот даже в открытую говорили, что он себя там как-то не очень хорошо чувствует, и мы его решили под поберечь. И, ну, мы видим то, что команда в концовке матча бежит, ну, крайне тяжело, да. Те, кто посвежее бегут, а те, кто бегали весь матч, они падают на землю, и все, у них все силы кончились. Короче, у меня много вопросов, и вот эта вот уверенность в том, что медицинский штаб и команда реабилитологов в локомотиве лучше, ну, вызывает вопросы и требует каких-то определенных доказательств, а не только, а не, не только голословных утверждений. А... Собственно, это. Могу показать, рассказать вам про мои вопросы, которые я задавал на просил задать на встрече. Мне кажется, что ну, я довольно внятно все расписал. Давайте я вам покажу. Так, иллюстрацию вырубим, браузер возьмем. Подписывайтесь на Бусти, чтобы получать такой контент сразу же. И вот э, вопросики мои. Год с окончания акции Территория лока. Помните, сайт запускали. Мы туда накидывали всевозможных идей. Я вам, они, опять же, свои идеи показывал и рассказывал. Говорил о, о том, как по мне стоит э, видоизменить территорию локомотива, чтобы всем было хорошо, чтобы. Была спортивная часть, был стадион, была зона, где обычные люди могут гулять, проводить время и все такое. Прошел год, и мы не знаем вообще ничего из того, что творится на стадионе. Те, кто был на стадионе, видят, что там что-то происходит. Что там везде лежат какие-то строительные там, мешки с каким-нибудь цементом, с еще какими-то вещами. Что-то происходит на стадионе. И мы не знаем вообще ничего о том, что происходит. Есть какие-то слухи о том, что музей переносят с севера на юг, что кафешку какую-то открывают, что там какие-то входные зоны обустраивают. Но все это, это слухи от телеграм-каналов. Все время нам говорят о том, что ориентируйтесь на официальную информацию, но это официальной информации, как обычно, нигде нет. Мы не понимаем, что происходит с нашим стадионом. Это просто какой-то косметический ремонт. Это действительно строительство какого-то кафе, это переоборудование чего-либо. Хрен его знает, ничего не понятно. Бункер копают, да, возможно. Сейчас довольно актуальная вещь. В общем, ну, по-моему, да, если вы запустили такую классную акцию, как территория Лока, вы должны как-то сопровождать ее дальше и рассказывать. Вот смотрите, вы предлагали такую идею, мы ее взяли в разработку, и она появится, да, там, через некоторое время. Предлагали такую идею, предлагали такую идею, смотрите, вот это реализовано, вот вы молодцы, вот это реализовано. А вот это будет реализовано позже, когда мы там что-то сделаем. Второй вопрос был вопрос про Перова, потому что это на самом деле тоже очень важный вопрос. Я понимаю, что для многих, ну, какая-то там база в Перова, что, что, она, зачем она нужна. На самом деле это важно, потому что в Перова занималось целое отделение локомотива. Перовское отделение. Это порядка 10 юношеских команд. 8 точно, скорее всего, там еще 2, а то и больше возрастов было. Теперь эти 10 команд Играют, занимаются, тренируются вместе с основным Черкизовским отделением на, собственно, полях этого самого Черкизовского отделения. А там, извините, у нас есть Сапсана Арена, у нас есть Манеж и есть поле, которое открыли недалеко от Востока пару лет назад. Плюс есть еще запасное поле, но оно травяное, и поэтому туда особо никого не пускают. В итоге на трех полях, на трех. Должны заниматься 10 команд Черкизовского отделения, молодежка, э -э, женская команда, <coughs> молодежка и юфельные команды девочек, и плюс туда еще добавляют э -э, Перовское отделение, и плюс там еще и коммерческие всякие группы снимают эти самые поля, потому что надо как-то зарабатывать. Медиалига, например, там играет, Амкал э Тудротс -э, недавно, может быть, видели. Короче... Загруженность этих полей колоссальная, и для команд просто банально не хватает места. И строительство скорейшая реконструкция перова это очень важный элемент молодежной вот, развития молодежной базы локомотива, про который постоянно говорят. И вот мы же вот, читали недавно Цорна, который недоволен тем, как работает молодежка. Извините меня, год уже, год, год. Два отделения ютится фактически на двух полях. Мы манеж даже не считаем, ну какой сейчас в 30 градусную жару в манеже играть. Это убийство игроков. И какой спрос со школы и какой спрос с академии, если вы закрыли Перовское отделение и уже больше года его ремонтируете, полтора года с момента закрытия локомотива Перова. Для меня это очень важный вопрос был. Во Перово вроде все норм, работы идут. График и план висит, при входе все можно посмотреть. Недавно был. Надо будет самому туда съездить, проинспектировать в принципе, не так далеко от меня. Все время откладываю, но, может быть, вот реально нужно туда поехать на камере все зафиксировать. Ээ, насколько я понимаю, да, это объект, который находится в парке, значит, они не могли его трехметровым забором обнести. Там должно быть видно, что происходит. Действительно, нужно будет съездить уже самостоятельно, потому что я устал задавать этот вопрос и устал ждать на него ответа. Uh, собственно, вопрос номер три — это про медицину, про который я вам уже сказал, свою точку зрения и свой вопрос, и ответ о том, что у нас лучшие реабилитологи, меня, мягко говоря, не устраивает. Плюс к этому еще в вопросе я задавал, ну, кидал такую мысль, что, может быть, какое-то оборудование дополнительное надо завести. Вот я помню, что ССК, когда делали ролик про свою базу, там без углов очень хвалился о том, что там какая-то криокамера камера или бара-камера или еще какая-то камера, короче, единственная в своем роде в России, которая позволяет футболистам быстро восстанавливаться. Может быть такое оборудование надо локомотиву завести, может быть еще что-то. Ну, короче, ну, надо с этим что-то делать, но нельзя играть в футбол, нельзя строить команду, которая э -э -э должна бороться за первое место, но при этом... Лидер два человека, два лидера, один в атаке, один в обороне просто выпали на весь сезон. Как вы собираетесь бороться за чемпионство? Не, не понимаю. Выпадет у Зенита лидирующий защитник на весь сезон и какой-нибудь Клудиню на весь сезон. Да хрен там, они будут так гегемонить в российской премьер-лиге. Не говоря уж про остальные клубы. Спартак без Квинси, ЦСКА без Караскаля и все в таком духе кто ты без своего костюма. А, по какому принципу убирается тренер для локомотива? Что в Марвине Компера заставляет думать, что он талантливый тренер? Про Ценбаура Цорн говорил о том, что выбирали, потому что Ценбаур показал схожее видение игры. Но суть, суть в том, что мы выбрали Гиздаля. Затем Гиздаль ушел, выбрали Компера. Затем пришел Ценбауэр, и эти три отрезка, Гиздалевский, Комперовский и Ценбауровский, Локомотив показывает абсолютно разный, ну не абсолютно, но очень разный по своей структуре футбол. Да, там Гиздаль одним образом играл, Компер другим образом играл, Ценбауэр сейчас третьим образом играет. То есть нету никакой последовательности. И вопрос как раз и заключается в том, э по какому принципу вы выбрали Ценбаура? По какому принципу, почему вы считаете, что Марвин Компер вообще в принципе способен поставить хоть какую-то игру, если никакого бэкграунда у Марвина Компера нет. Вот хочется какой-то внятный на это ответ. Кому эти вопросы передал, передал Ване Нирване, который, собственно, меня и звал на эту встречу. Ну, типа, спрашивал: готов, не готов я пойти? Я сказал, что. Не готов, но есть вопросики. Вот я надеюсь, что где-нибудь, как-нибудь как э, ответы на эти вопросы промелькнут, дай бог. Пятый вопрос, важный для меня, очень важный в понимании, это вопрос по тому, что происходило с... Таким футболистом, как Карпукас, и в целом с связью молодежки и э, основы. Да, опять же, вот, учитывая разговоры о том, что Цорну не нравится, как у нас работает молодежка, э, есть Карпукас, который был лидером молодежной команды, потом он, э, его совершенно не берут на сбор с основой, он рвет контракт, ну, не знаю, соглашение со своим агентом Полиной Лильчук, заключает контракт, договор с Александром Клюевым, человеком, очень близким к Александру Самедову, и внезапно Карпукас оставит в основу. Внезапно Карпукас наш лучший игрок. Нету ли сейчас такого, что было несколько лет назад, когда игрокам для того, чтобы иметь карьеру в локомотиве, нужно было подписывать контракты с определенным агентом? Потому что я не могу понять, почему Евгения Морозова и э, Артема Карпукаса не взяли на зимний сбор до того момента, как они не порвали со своим предыдущим агентом. Уж какие, какой бы это агент ни была, Полина Лильчук довольно одиозная личность. Но тем не менее, мне очень не хочется, чтобы в локомотиве мы теряли игроков. Из-за того, что у них неправильный агент. И в этой связи есть большой вопрос к уходу Матвея Першина на прошлой неделе бесплатного в э, Питерскую звезду. Да, Першин не э, игрок, которого я бы прям вот да, надо срочно в основной состав ставить. Нет, он забуксовал. Но тем не менее, мы знаем, что Першин футболист сильный. И его уход бесплатный, как свободного агента, Вызывает очень много вопросов. Собственно, это уже следующий, следующий э, мой пункт. И ну, я вчера много бомбил по этому поводу, поэтому, наверное, не нужно сильно повторяться. Но э, мы из Академии, из молодежки получаем э, игроков, которые вытесняют игроков, которые, за которых заплатили деньги. Да, то есть купили бика-бика, а Карпукас оказался сильнее. Выпускаем Раконьяца, но полное ощущение, что выпустит и Вадима Рекова, и будет как минимум не хуже. И, собственно, нету ли такого, что мы сейчас, на покупая игроков, немножечко отодвигаем Тех ребят, которые могут из молодежки подняться. Седьмой вопрос про. Э -э, судейский корпус на волне матча с химками. Но это безобразие, когда у Локомотива за 6 матчей и 2 удаления, про которые никто не может сказать, за что эти удаления. Бека, который махнул рукой по воздуху и получил вторую желтую карточку. И Мампаси, который. Э -э, ну, просто отпихнул Мирзова в середине поля и оказалось то что это красная карточка и много других не менее забавных судейских решений практически в каждом матче соответственно есть ли у нас какие-то рычаги давления есть ли у нас возможность там пригласить судейский корпус как это было с Спартаком Спартак сейчас облизывают из всех просто Каждый матч, там, там Соболева можно удалять, а судьи даже нарушения не видят и все такое. Так что мне кажется, это важно. Ну и восьмой вопрос. фан очень важная тема, которая, собственно, и была затронута вот в посте Пауля. Очевидно, что болельщики бойкотируют, клуб с этим ничего не может сделать, но сейчас самое время устраивать открытые тренировки. То есть Приглашать болельщиков на тренировку, на которую, собственно, не нужен никакой фан-айди, чтобы болельщики приходили, заряжали игроков эмоциями, чтобы игроки понимали, что есть болельщики, которые рядом с ними и все еще болеют, и никакого, никакого там негатива к ним не имеют. И болельщики тоже имели возможность выплеснуть свои эмоции, пообщаться с кумирами и так далее. Да, там э, традиционные автограф-сессии, фотосессии, просто перекинуться пары слов с ребятами. Может быть, там устроить какое-нибудь общение лидеров команды. Да, это все важная, нужная штука. А, мне кажется, вот сейчас пока хорошая погода, пока. А, есть такая возможность, нужно это обязательно делать. Собственно, вот, вот то, что я передал. У нас есть еще один э, момент. Это ответ Лео Шлыкова, э, пресс-аташе, или как он там, директор по связям с общественностью локомотива в настоящее время, который в чате ежетолка тоже написал свое мнение по этой встрече. Э, Дословно. Изначально эта встреча планировалась как встреча руководства и лидеров мнений, болельщиков локомотива. Кто был согласен на такой формат, пришел, кто не был, не пришел. Часть из них передали вопросы, часть нет. Ну, соответственно, я передал. До встречи, а затем повторно перед ее началом, мы проговорили, что она остается в закрытом формате. Поэтому со стороны клуба я не планировал писать какой-то публичный отчет. Это... Ну, как бы нормальная история, да, закрытые встречи, которые проводятся для того, чтобы объяснять э, какую-то позицию, чтобы оно не выносилось там в какой-то там широкий паблик полностью досконально. Э -э но сейчас Локомотиву не нужна была закрытая встреча. Локомотиву нужно как можно больше публичности. Ну, а лидеров мнений, как я понимаю, там вообще не было. Ну, по крайней мере, ни меня, ни, ни журналиста Иванова, ни лока, ни лока подкаста там не было. Поэтому, ну, какие там лидеры мнений, довольно сложный вопрос. Сегодня часть присутствующих на той встрече решили высказаться публично, дали какие-то оценки высказываниям и сделали выводы на будущее. Среди них есть даже те, кто на встрече не присутствовал, что совсем выглядит странно. Я, кстати, не читал таких э, замечаний, но, возможно, действительно кто-то... Ну, я просто не подписан. Может быть, там тот же не журналист Иванов э, высказался или еще кто-нибудь. Я не читаю их, поэтому не знаю, о чем это. Мне тут комментировать нечего, это остается на усмотрение этих болельщиков. Про открытую встречу с болельщиками тоже скажу. В клубе понимают, что на нее есть запрос. Мы будем искать варианты, когда ее можно будет сделать. Это на встрече тоже сказали. Мне кажется, что открытая встреча, да, вот какая-то публичная встреча, на которой зовут всех болельщиков, а там на стадионе, это не то, что нужно. Нужна Реально встреча с лидерами мнений, но не в закрытом формате, а именно, что позвать людей, которые погружены в локомотивскую тематику, опять же, локоподкаст, Иванова, меня и других ребят, которые делают контент про локомотив, погружены в локомотив и хотели бы прийти на эту встречу. Да, таких не очень много, но найти их можно, и, да, там, с ФКЛМ Ньюза каких-нибудь ребят позвать, с Локомотив Инфо позвать ребят, но это должно быть, э, ну, то есть, не закрытое мероприятие, да, под диктофоны, чтобы мы могли подготовить вопросы, чтобы мы могли их задать. Не обязательно даже, чтобы там был плутник, достаточно Цорна, Леонченко, там, тренера какого-нибудь Ценбауэра или Компера, в целом будет более чем достаточно, ну, и самого Шлыкова. А, вот в таком формате провести встречу и затем уже разнести официально, не вот э, так по слухам как-то собирая крохи информации, а официально просто разнести эту информацию по своим аудиториям, чтобы ФКЛМ Юзовские ребята у себя на сайте написали, я у себя в паблике а, там подкаст записал подкаст по поводу того, что они там услышали, журналист у себя в телеге это все высказал. Ну, короче, вот в таком формате встреча на данный момент, мне кажется, сейчас нужна прям очень сильно. А общеформатная с болельщиками, она, к сожалению, превратится в балаган, как это обычно и бывает, потому что слишком много народу хочет задать вопросы, а ответы и конструктива, когда очень много народу хочет задать вопросы, не получится. Все равно это будет, что ты задаешь вопрос, Тебе очень быстро-коротко отвечают, потому что тайминги, потому что нужно услышать как можно больше вопросов, дать возможность задать вопросы как можно большему количеству людей. Это хорошо для вовлеченности, но плохо для получения информации. Собственно, вот все, что я хотел сказать на эту тему. 8 минут до матча. Идеально, просто идеально в тайминг уложился. И еще раз. Заходите, подписывайтесь на вас, те, кто увидит этот отрезок на YouTube.